Вита. О, кто такой? Всем привет, друзья! Салют, друзья! У нас сегодня Roblox Raid! И мы уже бежим вот в это место, и здесь у нас обновление вот чувачка. О, быстрее. Интересный чувачок. А давай подойдем к вот этому дяде, и что он нам скажет? Гена на. Он нам много чего говорит. Короче, друзья, нажимаем на дяди этой книге, спаун NPC, и у нас появляется парнишка по имени Марвин, обезьянка. Ничего себе! Понятно. Обезьянка сказала что-то по обезьяне там. Лежит хомяк, на нем хомяк. Туяк. Итак, у нас появился вот этот Марвин, обезьянка. И мы теперь на нем можем испробовать... Майонез? Итак, наш новый друг... Майонез? Бегает за нами постоянно, а мы делаем... И даем ему попробовать. То есть мы теперь можем пробовать не на себе, а вот именно на нем. Боже мой, что с тобой? Боже мой, Руди, что ты с ним сделала? Он бегает, он за нами ползает, мне страшно. Так, а чтобы вот это убрать все зелье, можно пойти и взять нового Марвина. Ничего себе! Снова бежим сюда, нажимаем в книжечке спаун NPC, си, и появляется наш Марвин, и мы бежим снова что-нибудь испробовать. Смотрите, какой он няшный стал. О, господи, Руди, колобок, зомбас на ножках. Да, он похож на какого-то питомца. Ну, прости, Марвин. Также вы можете заметить на деревьях вот эти ульи с пчелками. Ну, это мы посмотрим дальше. И еще одно обновление. О, быстрее. Обнова через 2 минуты. Это то, что мы можем выбрать котел. Новый котел. Тёл. Брезка. Раздолбеска. А мы погнали датчики вырубать.